Иван Хруцкий, Исаак Левитан, Илья Машков, Юрий Пименов. То, что классическую музыку лучше слушать вживую, а картины смотреть не с монитора, начинаешь чувствовать в первые же секунды пребывания здесь, в Александровском зале Музея изобразительного искусства. Картины из собрания Третьяковской галереи представлены в экспозиции «Жизнь вещей». Мы можем увидеть здесь и эволюцию самого жанра натюрморта, эволюцию русского искусства в этот период, и то, как менялось окружение человека и отношение человека к своему окружению, потому что, конечно, натюрморт – это и слепок эпохи, и портрет человека, как наш письменный стол или наша кухня говорит подчас больше о нас самих, чем наша фотография. Здесь возможен разговор о стилях в искусстве, о направлениях в искусстве, о художественных объединениях. Мы хотим, чтобы посетители обратили внимание на художников объединения Бубнова «Валет», потому что без встречи с ними, без встречи с Машковым, с Кончаловским, с Гончаровым, с Куприным невозможно понимать и чувствовать отечественное искусство 20 века. 26 уникальных полотен из Москвы и 3 работы челябинских художников разместились в хронологическом порядке. Самое раннее произведение 1818 года – портрет Ивана Кулибина Павла Веденецкого. Самое позднее – «Яичница» Сергея Шеховцова, написанная в 2001 году. Перед нами, по сути дела, символ обыденности как таковой. И вместе с тем некая точка или продолжение истории искусства. Ведь любой натюрморт, мир на столе – это взгляд вблизи, взгляд, который позволяет и принуждает нас присмотреться как можно ближе, как можно тщательнее тому вечному, вещественному миру, который нас окружает. Тот, кто не разбирается в выставочной деятельности, не представляет, что такое привести картины такого уровня, вплоть до того, как они транспортировались. Это специальные термопакеты в каждой картине, специальные транспортные средства, специальная скорость, чтобы не было вибраций. В общем, это очень дорогое удовольствие. Чувство гордости, что челябинцы получил эту выставку, и что челябинцы могут спокойно и очень дешево прийти и посмотреть. Любая выставка – это процесс длительный. Естественно, он обсуждается. И куратора, в роли которого я выступаю, всегда помогают, сопровождают, с ним вместе работают огромное количество сотрудников и в своем музее, и в музее, который выставку принимает. Поэтому, конечно, мы обсуждали и список произведений, и что может покинуть стены Третьяковской галереи. Но главное, чтобы эта выставка была целым. Знаете, чтобы она вот ту идею, которая в ней заложена, полностью очень хорошо выражала. Открытие выставки «Жизнь вещей» вызвало ажиотаж как среди ценителей искусства, так и просто любопытствующих. Большая честь принимать у себя такую выставку и повод в очередной раз восхититься искусством, почувствовать то, что, в общем-то, искусство и должно в человеке возбуждать, возрождать, да, это стремление к прекрасному, желание видеть хорошее, красивое, глубинное, ну и плюс здесь собрались прекрасные люди сегодня. Многие картины мы видели в репродукциях. И интересно, когда картину видишь вживую. То есть ты видел ее где-то напечатанную в журнале или в книге. Вот. А когда ты видишь вживую, ты можно изучить и мазок, можно поближе посмотреть. То есть это совершенно по-другому. И для многих людей какая-нибудь картина, которую он давно видел в привычном виде, она для него по-новому открывается. А с опытом появляется, знаете, уже не тот зрительский взгляд, да, то есть как у обычного человека, а начинаешь смотреть и думать, как бы я это сделал. И в какой-то мере думаешь, у меня вот такой даже идеи бы не возникло, но это хорошая мысль, типа надо взять на вооружение. «Жизнь вещей» в работах великих художников можно наблюдать до 5 ноября, а затем полотна вернутся обратно в Москву, в Третьяковскую галерею.